На горных пастбищах Таджикистана пасутся отары овец специализированного племенного завода «Кабадиан». Свою 20-ю трудовую весну встречает здесь старший чабан Худайберды Тулаганов. За высокие показатели в труде и успешное выполнение социалистических обязательств он награжден орденом «Знак почета». Завершился весенний окот овец. Завод «Кабадиан» уже более четверти века поставляет каракулеводам всей Средней Азии племенных каракулевых ягнят.